Буэнос диас, гайз. Атомный рассвет снова заряд ваши экраны, а это значит, что мы продолжаем херачиться в Most Wanted. Напомню, что в прошлой серии мы прошли пролог, проебали BMW M3 и купили ебаный Кобальт СС. Ну, надо же на чем-то кататься. Короче, ладно, поехали дальше, так что усаживайтесь поудобнее, берите ништячки и делайте громче. Будет жарко. Вперед! И как я и обещал, наверное, пройдем сначала гоночки. Потому что с ментами серия затянется надолго, учитывая, что это первый уровень жары. На стоковом кобальте, ёб... Против суприща А4 еще одного кобальта. Не, ну ты глянь, что пидорас делает, а? Ладно. По-царски закинул правую руку на башню. Ты глянь, даже забор не зацепил. Охуенно. Так, снова вынесли заборчик. Так, так. На качество моего голоса особо не обижайтесь. Потому что микрофон я вытащил из таких закромов, которые вам, сука, и не снились. Нет, не из внутреннего кармана. Да, я, кажется, прижал этого пидора. Да ебаный ты парижанин. Вот нахер он-то сделал. Как скот последний, ей-богу. Слава богу, всего два круга. Я прошлую серию и то записал 4-го дубля, еще дико проочковался с того момента, что когда я тестировал, я не заметил, как случайно выключил звук. Думал, блядь, что серия без звука записалась, твою-то мать! Но нет. Пронесло. Слава Джарвису. Кстати, может сегодня пойти Ингресс поснимать или просто какой-нибудь вложик на лайв-канал выложить? Да, и лайв-канал я себе тоже запилил. Инстаграм у меня теперь Nuclear Sunrise Live. Прыг! Кто бы что ни говорил, это было красиво. Я обожаю вот эти кинематографические прыжки. Да ты, сука, заебал. Иди спать. Порх ебучий. О, еще один пидорок. Бляха ж ты, муха. Бля, ребят. Я не помню, чтоб Most Wanted был настолько потным. С другой стороны, учитывая то, что я на сраном кобальте, да еще и на стоковом, пот вполне реален. А если учитывать температуру в хате, он как бы даже и осязает. Только, сука, никто не обгонит. Изи-катка. Ну, хотя хуй там изи, это реально ГГ было. Так, сразу же на следующую гоночку. Так, гонка на вылет. Спринтуху оставим на закусь, потому что там менты максимальные. А втискивать все в одну серию я шибко не хочу. Сейчас посмотрим, разучился я ездить за год в армейке или нет. По крайней мере, это вам не токийский дрист. По грязи? На Урале. Даже особенно учитывая то, что у меня нет категории. Ух! Блять! Блять, сука, мисклик. Горит. Еще эти урки сзади наседают. Ну ничего, щенки тупорылые. Ща я вам к
как... Жух. И ты петух. Ты глянь, я поехал нормально. Ну неужели? Бля, через стадион получилась бы дико читерская срезка. Но там очень тяжелый поворот, из-за чего средняя скорость, в принципе, будет одинаковой. Блять, обожаю я эти места. Чё-то как слишком изи не находите. У чувака Audi A4, это неплохо стояли на отрыв 400 метров. Кстати, с другой стороны, может, он только в Сталинг ложился. А на технику ему было вообще поебать. Жалко, здесь нельзя, как в карбоне, набрать свой винил. Но, с другой стороны, карбон у нас следующим номером в списке, поэтому мы еще нарисуем. Хотя, может быть, я возьму паузу сразу после Most Wanted и прервусь еще чем-нибудь. Потому что нельзя же снимать одни гоночки, тем более классические. Я имею в виду, что постоянно нельзя снимать. Как бы народ это заебет, и они начнут сваливать. Поэтому я предлагаю насыпать в комментарии и предложку группы чего-нибудь такого интересного из олдовых таких вещей, наподобие Most Wanted, что можно было бы пройти. Так, третий круг. С дристиком. Обязательно с дристиком. Так, третья гоночка. А вот тут уже можно и с мусаршмиттами позависать. Заводи. Так, кто у нас едет? Кобальт, Супра, еще какая-то херня. На, гольфич. Кобальт, мазафака, do you see it? Интересно, встретим ли мы мусоров? Так, скорость уже к 200. И с резким звуком вжух. Блять, мы же вроде как мимо гольф-клуба поедем. А там ментов. Ебись, перевернись. Бля, опасно. Че, думаете, догнали? О, дождик ебал. Круто. Внимание, округу 3, жалоба, код 6, группа. Количество неизвестно. Один из нарушителей... Да четверо нас. Кто находится в районе, ответьте. Сообщите привет до объекта. Свидетель не успел рассмотреть объект. Уточняем. Ждите описания. Выезжаю в указанном направлении. Описание не расслышал. Дай мне на экран, окей? То есть как-то, блядь, я четвертый. То есть как это, блядь, я ехал четвертым? У меня глохнет мотор. Не могу продолжать.
продолжать погоню. Fucking animals. Ладно. Повторяем. О, состав тачек сменился. CTS, ебучий Fiat и RX-8. Блин, машинально жму Alt. Фак. Так, один доездился. И, судя по всему, очень и очень серьезно. Бля, чувак, ты, мать твою, серьезно. Как стоячего. Просто, сука, как стоячего. Жух. Кобальт сделал восьмую рыксу просто как стоячего. Какого хера? Где это, блядь, видно? Батя решает, а Васька сдает. Юх. А вообще чётенько увернулся. Правда, во втором андеграунде мне бы за это еще и нитроса отсыпали. Перчим, а хоть тулим. Внимание, поступила жалоба от водителя. Его чуть не столкнули с дороги. Нарушитель следовал на восток. По бульвару Стейдия. Ближайший патруль. Направляйтесь туда. Сообщите приметы. О, мусорка. Приметы точно неизвестны. Здорово. Свидетели расходятся. Ждите. Халу, ёпт. Нарушителей наблюдаю. Похоже, сами они не сдадутся. Так, начинаю погоню. Код 3. Код 3. Здорово, копать. Еще какой-то пидор в спину дышит. А, не, показалось. Диспетчер, можете передать, что мне... Щух. Так точно, я 20. И раз. Крепление уже выехало. И два. Не, заправку опасно. Так, это получается, мне надо провисеть не меньше 2 минут. Но не больше 4. Рекомендую перекрыть дорогу, иначе его не взять. От 2 до 4 минут говорить. Ждите прибытия координатора. Он нормас. Ваш квадрат. Скоро выйдет на связь. У-ху! Объект оторвался от трассы. Он не справляется с управлением. Да с хуёв ли, я веду как бог. Бля, тут подрочить немного, что ли? Кто, блядь, сказал? Ты ёбудал, дядька. Так, минута есть. Нет, чувак. О, я знаю, где позалипать пару минут перед тем, как уйти своим коронным способом. Короче, мне надо провисеть где-то еще 20 секунд. Небольшой дристик. 3-2. По возможности доложите обстановку. Я продолжаю преследование. Прием. Ну, ебана. 10-42, и объект уходит.
Бля-бля-бля-бля-бля, опасно. Так, все, можно уебывать. Оп. Нарай-най. Оп. Оп. И оп. Сосись, хуй. Код 3 к вам. Будут через несколько минут. Обнаружен объект. Так, можно даже от корвета уматывать. На секундочку. Потому что реально лютая дрянь. Работает безотказно. Главное, если вертолет над вами, съебаться в сторону въезда. Если смотреть так, как делал я. Ну? О чем и речь? Это было красиво, ребятки. Ну что ж, наверное, за сим я откланяюсь. В следующем видео мы катаем с ментами, докатываем 20 тысяч рейтинга и идем чистить китайцу хлебало. Ну а пока подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, комментируйте, обсуждайте, стучитесь в группу ВК и так далее. Можете даже мне личку ВКонтакте засрать, я вас в конфу добавлю. Ну а пока. Пока.